Давай. В синем цвете. Что погодные условия играют как не в пользу одних, так и не в пользу других. А также Казалтаж на самом деле в новом сезоне очень неприятный соперник. Они вот в прошлом туре отобрали очки у действующего чемпиона ТСК ТАП. Подбери! Золотая левая нога Севастополя. Удар поворотом выше. Считанные сроки. И в новом сезоне... Так, наоборот. И в новом это приносило результат. Как по мне, эта химия между футболистами уже сложилась. Возможно, не такая серьезная, как между футболистами. Сейчас сейчас значок снова на крышу пасует. Здесь Алтунин значок. С левой ноги вешает. Штрафную площадь соперника. Здесь Клыша мяч обрабатывает, сбрасывает на Немишева. Немишев снова на Алтунина. И Алтунин уже с правой ноги вешает. Но здесь Гаджиев причем. Здесь Лев Рахунов забегает, но его буквально съедает по скорости. Физру! Янчар! Что даешь, просто мяч! Навес. Хорош, Зека! Опять же повторюсь, Керченский океан играет дома против ялтинского Рубина. И Рубин Ялта побеждает на данный момент со счетом 2-0. Дотянулся до мяча, вступил. Да, побежал все-таки однокурник Акунову. Навес штрафную, но здесь Джин едва не потерял мяч. Акунов. Ой, какой хороший навес. И здесь Немишеву просто пробить осталось. Хотя бы слева, хотя бы так. Выдавливай его! Загребельного. Я ближе бьет! Сейчас Супрун с мячом. И Супрун в центре мяч сбрасывает. Тоже там его заблокирует. Удар поворотом. 8-й номер Зеленкевича. Сейчас Меликов выбирает скорость. Пасует на Акунова. Акунов с Гевличем. Не до конца, если честно. Так, учитывая амбициозные планы моряков, ничья тоже не устраивает. Они играют только на победу. Непонятно. Это матч. Поставили! Куня, Сим! Один остался! Удар поворотом. Все-таки спасает мяч. Погода сегодня просто беспощадна. По отношению к футболистам. Юрикинов мяч себя обработал. Гемлич удар поворотом. Еще будет пробовать. С левой. И снова попадает. Снова головой. Супруг подает. Удар поворотом получился. Вот здесь как же идеально сориентировался Аслабек Кубейков. И вот тоже классный момент может быть. Забьет, не забьет, справа и на ворот. Неудивительно. Севастопольцы. Клыша мяч перехватил. Вот такая большая туча повисла над футбольным полем. Не смог обработать, конечно, Иван Донской этот мяч. Кибельного. Буйганов. Далеко-далеко, но Нуридинова. Нуридинов обработал, причем технично. Удар поворотом. Выше. Немишев навес. Да, мяч. Вечеров. Получает мячок в спину. От Рыболовлева. Пошли, Саня! Кумыков. Ой, как срезался у него мяч. Неужели здесь не было игры? Удар поворотом. Ошибка вратаря, и Севастополь этим пользуется. Матч, счет матча. Просто включай вас, Саня! Куда здесь снова Максим Супрун. В левом фланге решил обыграть Данила Гончарова. Головой.
здесь для Веру Мургинову нужно бы скорость набрать. Сможет ли он пробить? Еще полчаса осталось играть. Бежали немножко за футболку до листа. Александр Губолоблева. Она опять живет. Гончаров. Это вешается не по всему. Да, навес. Мяч снова срезался. Дан Мимишев мяч подает. Удар по воротам Хамзатбек Гаджиев. Буквально Фехтахиров. Буквально свежими своими силами пытается что-либо снова произвести. Удар по воротам. Будет ли Супрун? И как же красиво ему пяточка мяч отбросил его. Казантаж, кстати, сейчас на пятой позиции. Они на 3 очка отстают от Ялтинского Рубина. Хотя, опять же, Рубин Ялта сейчас год. Не исключено, что Рубин Ялта после этого тура. Что здесь случилось, друзья? Это уже похоже больше не на футбол. Удается ему мяч сбросить на Рыболовлева, но Рыболовлев не бил поворотом, пытался пас. Регина решил делать, да, все-таки решил делать заброс. Возможно, и удар. Регина, удар поворотом. Прямо бьем девяточку. Бьет. Итак, подача низкая, не удалось мяч его поднять. Скорость. Исплан пасует. Здесь на Мурштека Тахирова. Тахиров мяч пробрасывает Олега Соловича. Сейчас Мелихов. Итак, подача прямиком в руки. Среди лусов. Гаджиев. Ну, сейчас забегать нужно Сазанову в этом эпизоде. Попытался мяч пробросить, но... все-таки успел. Да, все-таки решили разыграть Светлана Мемиша. Играйте, блядь, они играют, мы смотрим, блядь. Миша. Удача. Навес. Пытался замыкать этот эпизод, не посчитаешь, Александр Музыки. Все, разыграли. Удар по воротам! Прямиком в руку. Замен было достаточно. Останавливайся! Мяч выбивает. Она выше. Что? Айбекинов коленочкой сбрасывает на Айбекинов. Этот будет бить по воротам. Удар! Судя по всему, ставит точку в этом матче, забивает он третий гол и делает счет разгрома. Владислав Гевлич набирает скорость. И прямиком... Да, все, матч завершен, 3 минуты, потом для времени прошло, и футбольный клуб...